Интернет-ритейлер Alibaba оказался в числе оштрафованных правительством Китая компаний за нарушение антимонопольного законодательства. Alibaba принадлежит ряд крупнейших торговых площадок, включая AliExpress. Накануне стоимость акций интернет-ритейлера снизилась на 11%, что стало крупнейшим падением котировок компании с ноября 2019 года. Этому предшествовала публикация отчетности за третий квартал, согласно которой чистая прибыль компании сократилась на 87%. Alibaba уже не в первый раз получает штрафы от государства. В 2020 году с компании взыскали 76,5 тысяч долларов за махинации с ценами в период распродаж. А в нынешнем году она получила рекордный штраф в 2 миллиарда 800 миллионов долларов за нарушение антимонопольного законодательства и злоупотребление положением на рынке.